Всем привет, дорогие друзья, с вами доктор Голден, и это опять Ночи с Фроги 2, сказки стали ужасом. Сегодня мы продолжаем проходить испытания. Сегодня у нас на повестке дня туман прошлого. Я все-таки решил попробовать снова его пройти, но он очень сложный. Тут вообще второй шанс и чистый разум посылаются на три веселые буквы, потому что тебя сразу убивают в любом случае с одного скримера. Так что надо держаться как можно... Вот. Чистый разум чисто не работает тут. Как... Тут, в общем, такое чувство, что все... Улучшения вообще не работают. Лоренти. Нет, не хочу, спасибо. Вы не король, значит? Вам придется покинуть это помещение. Да, я не король, так что? Сразу на меня скримашки! Фроги, уберись! Китти, вон! Нет. Пошел вон, драка. Сучоныш, блин. Нет, не надо. Ах, вы не король, Фрога, значит. Да не король я, что тебе надо? Урод! Yeah.
3 часа, я держусь хорошо. Нет! Нет! Хотите чай? Не хочу я! Ах, вы не король Фруга, значит? Вам придется покинуть это помещение. 5 часов, вашу мать! Давай, 6 часов дайте. Блять! Ёбаный в рот! На 5-м часу проебаться! Пизда! Я вернулся, ребята. На 4-м часу начинаю продолжать играть. Не хочу я с вами играть, идите в жопу! Да иди твою налево. Ах, вы не король Фруга, значит? Вам придется покинуть это помещение. Блин, дайте мне 6 утра и все. Неужели это так сложно? Рожу свою убери. Есть! Получилось! Фу. Неужели я прошел это испытание? Это 4-е из 6 испытаний, ёкаламане. Блин, осталось не разбей бутылку и умри или взорвись. Ох, будет же жопа на 6-м испытании, так точно. И это 94% всей игры, мать вашу. Ладно, с меня хватит от всего, пока что. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как оно вам. И вообще, как я вообще такой спец, блин, по 5 ночей с Фроги 2. Потому что, если честно, я вот 5 ночей с Фроги первую часть, шестую и день, ночь, не могу пройти никаким образом. Так, там такие агрессивные на шестой ночи и в режиме день. Ублюдки, что попробую, такое чувство, будто я там уже на 6 на 20 прохожу.
В общем, всем спасибо за просмотр еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.